фанатами этой команды. Сегодня выпало неспроста, потому что именно сегодня, ну, я думаю, что все это знают, у всех этот день в календаре обведен красным фломастером, галочка стоит, напоминание в айфоне тоже. Сегодня, дорогие друзья, День независимости Пакистана, представляете? Да, и такие слова будут. Итак, встречайте, Elite Fireworks International. Амбициозные представители крупнейшей пиротехнической пакистанской компании Elite Fireworks International, среди которых присутствуют самые молодые пиротехники в истории Пакистана, уже зарекомендовали себя как на национальном, так и на международном уровне. Самым большим достижением текущего года команда считает свою победу на конкурсе фейерверков Nation Horse and Cattle Show, который является крупнейшим национальным событием Пакистана. Генеральный директор компании Allied Fireworks International держит концепцию шоу своей команды в секрете, но уверяет, что зрителей ждет нечто совершенно потрясающее. All right.
Да, давайте поприветствуем команду из Пакистана, Reliant Fireworks International. Да, здорово. Спасибо большое, хорошее начало этого вечера. И мы продолжаем прямо сейчас. Я напомню, дорогие друзья, что вчера у нас красный день, тяжелый день вечера. Интересном сочетании, как называется, энергии фейерверка. Можно сказать, конечно же, все мы знаем, что люди пытались приучить стихии стихию огня, может, и согреть холодную ночь, поэтому с огнем нужно быть осторожнее. И самое главное, нужно знать, что огнем...